сталкивалась, что каждую 7-ю секунду погибает немецкий солдат. Было такое в Сталинграде? Я не знаю, я солдатом был. I don't know, I was just a soldier, you know. Понимаете? Мне не до этого было. And I was not interested anyhow in this. Всякое было, были всякие вещи, конечно. Different things happened. А потом уже, вы знаете что, многое забылось. And many things were forgotten. Уже забывается. Вот как 90 лет сравнялось, стал забывать имена. Понимаете, уже вот события помню, а уже имена стал забывать. Okay. Время идет, 94-й уже топы. I have a question. Did he ever meet Voroshilov? Встречали вы когда-нибудь Ворошилова? Ворошилова нет. Жукова, Малиновского, Рокоссовского, Конева встречал. Ему уже надо к доктору ехать, к Карленке. Да, сейчас. Жукова встречал на фронте. Жуков вот так фронт. Близко видел. И после войны. And after war. Вот. А у Ворошилова нет. But I didn't meet Ворошилов. Не видел Ворошилова. Ну, Ворошилов, он был в Ленинграде. Ворошилов а потом was in Leningrad, and later on in Moscow. Вот. А я маршала Бирюзов увидел я. Вот, I saw Marshal Бирюзов. Малиновскую после войны видел. And I saw Malinovsky after war. Вот, это есть много. Артиллерийских маршалов. Воронова. And artillery marshals Воронов. Also, I saw. Nathaniel. He's going to the doctor now. Okay. I think. Okay. This will be the end of the interview. And thank you.